хотела детства, я хотела стать рекою, и чтобы там солнце купалось. Я хотела стать сама собой и сама в себе потерялась. Ну просто это такой возраст, и мне немного страшно, что же теперь дальше. После долгих поисков Ольга обретает мать. Но необычное поведение женщины смущает всех. Странные привычки Надежды едва не приводят к трагедии. Нелегко приходится и Гришке. Оксана пытается спасти жениха, но безуспешно. Факты упрямо работают против него. Тарасик проникается все большим уважением к Циркулову. А у Михаила другой авторитет – бизнесмен Козырев. Именно он и заставляет юношу пойти на пластическую операцию. Я был у Софии. Ходил смотреть, как она там себя чувствует после ночного падения. И что, Сереж? Да ничего вроде бы. Я думаю, что УЗИ все равно нужно сделать. Да УЗИ, конечно. Там, кроме ушиба, еще и психологический стресс. Сереж, ну как вы могли их не заметить? Шли себе в кухню. Тебе не кажется странным спать с собакой на полу? Мама, ей просто очень тяжело было. Поэтому совершенно естественно, что у нее странные привычки. Но мы со временем приспособимся к ним. Главное, чтобы Надежда приспособилась к нашей жизни. Здравствуйте. Вы извините, я вас вчера не заметила, споткнулась, разбудила. Что? Врет Фомин. Значит, врет. Вопрос, зачем? Угу. Как у тебя с мамой? Ну, она же 15 лет сидела в тюрьме, потом 15 лет жила на поселениях с такими же отсидевшими. Сереж, вот именно, я постоянно об этом думаю, и от этого я не знаю, как мне с ней общаться. И я как только представлю, каково это было сидеть в тюрьме столько времени за случайное убийство, понимаешь, это же обвинение, суды, потом жесткие приговоры, еще приказ папы не видеть дочь, это же очень жестоко. Постарайся об этом не думать, и тем более Надежде не напоминай. Чем быстрее это забудется, тем лучше. Да. Я просто не знаю. Я не знаю, как Галя себя поведет, когда узнает всю правду. А ты собираешься сказать об этом сестре? Ты носишь ребенка Ольги, ее мужа? Да. Сложно догадаться. Достаточно увидеть, как Сергей испугался, когда ты упала. Ну и что? Все обошлось? Да, вроде. Я больше испугалась, чем ударилась. Значит, все повторяется. Что повторяется? Судьба. Ты ведь историю мою знаешь? Да. Мне
профессор перед смертью все рассказал. Он говорил, что я в чем-то на вас похожа. Вот именно. Вы только не переживайте за свою дочь. С ней ваша история не повторится, ну, хотя бы потому, что я все это знаю. Да вы не представляете, сколько раз я думала об этом. Я даже представить не могу себе такого поворота. Деточка, все птички певчие поют красиво, пока им перья не повыщипают. Зачем вы так? Вы же меня совсем не знаете. Ты для меня прозрачна, как стеклышко. Даже не поел. Все отжимаешься и отжимаешься. Ну сколько можно? Сейчас, подожди, закончу и все съем. Хорошо. Ну, что тут у нас? А, котлетки. Это хорошо, белок мне сейчас нужен. Я вот что-то раньше не замечала твоей любви к спорту. Ну, то раньше. А теперь, если посадят, мне понадобятся крепкие мышцы. В тюрьме слабаков не любят. Могут до смерти забить. Но это в лучшем случае. Да неужели посадят? Ты такой худенький, тебя там точно убьют. Да ты не переживай. Мне до суда еще много времени, успею подкачаться. Ты мне, главное, белка побольше приноси. Да все что угодно, Гришенька. А, кстати... Главное, не забывай принимать. Угу. Да, не вовремя ты меня этой болячкой заразила. Все у нас будет хорошо. Так, свидание окончено. Как, уже? Да мы даже еще не поцеловались. Да? Да. Тогда даю вам еще минуту. Сереж, ну, конечно, я все расскажу сестре. Ну, а как? Достаточно того, что папа мучился всю жизнь этой тайной, и потом рано или поздно все равно придется ей все рассказать. Но как я иначе объясню Гале, что за женщина живет в нашем доме? А твоей сестре совершенно все равно, кто здесь живет. Она ведь не бывает здесь. Сереж, это она сейчас не бывает, потому что мы в ссоре. А когда мы помиримся? И потом я просила тебя поговорить с Галей, чтобы ты как-то смягчил ситуацию. Ты поговорил? Она торгует именем вашего отца. Она категорически отказалась разговаривать со мной. Не то чтобы раскаяться. О каком примирении может идти речь? Сереж, моя мать убила мать Гали. Но мы с Галей сестры, и мы любим друг друга. И, несмотря на сложившуюся ситуацию, мне все равно придется объяснить это Гале, а она должна понять. И ни в коем случае не держать зла на мою маму. Она должна понять, что это была роковая, жуткая случайность. Оль, поступай, как хочешь. Я пойду за Софией и повезу ее на УЗИ. Добрый день.
Здравствуйте. А могу я поговорить с гражданином Фоминым? А здесь нет таких. Как, уже нет. Насколько я знаю, Петр Фомин ваш сожитель. А, Петька, что ли? Так его сейчас нет, на заработках где-то. Угу. Ну, нет так нет. Передайте ему, пожалуйста, чтобы зашел в отделение полиции. Ой, а зачем это? Натворил чего-то? Нет, что вы. Петр Григорьевич оказывает посильную помощь следствию. Вот. Я всегда была уверена, что мой Петечка необыкновенный. А, хорошо. Ну, вы не забудете передать? Я обязательно передам. Спасибо. Всего доброго. Ты тут не переусердствуй, физкультурник. Что случилось? А? Что случилось? Да ничего, у меня по расписанию. Бой с тенью. А, ну только ты это, не сильно бей ее, а то сядешь за нанесение тяжких телесных. Понял? Ей даже спать негде. Понятно, что Оля ничего не скажет. Здравствуйте. 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 Добрый день, Сергей. Но Надежде нужен покой. Здравствуйте. Она и так много натерпелась в этой жизни. Покой нужен всем, а если вы уедете, покоя никому не будет. Но это неправильно, что я живу в гостевой, а Надежда в гостиной, под ногами. Ей нужна... Мне нужно уехать. Мы скорее найдем, куда поселить Олину маму. По моим наблюдениям, ей комфортные условия не нужны, она привыкла к другим, потому и улеглась на полу. Здрасте. Вот вы же сами говорите, привыкла. Она обживется, и все будет по-другому. Я не думаю. В таком возрасте люди не меняют свои привычки. И вообще мне очень тревожно, что она живет у нас в доме. Надежда отсидела 15 лет... Здрасте. Здрасте. Надежда отсидела 15 лет в тюрьме за убийство. Вы что, боитесь ее? Я не боюсь. Но кто знает, что ей взбредет в голову по отношению, например, к вам. Тогда, когда... Оля расскажет, что вы суррогатная мать нашего ребенка. Да она и так уже обо всем догадалась. Разве? Пойдемте. Мы, кажется, шли на УЗИ. Здравствуй, Галь. Можно я войду? Ну, заходи, если пришла. Я слышала про пожар в доме Софии. Как она? Жива? Да, слава богу, все обошлось. Видимо, эта женщина железная. После такого стресса и никаких осложнений. Я этому очень рада. Ты извини, я спешу. Мне нужно к сыну в клинику. Ему вчера была сделана операция по пересадке кожи. Да, и как он? Теперь в порядке. Ты прости, я просто только сегодня приехала. Меня не было в городе. Я не в обиде. Привыкла. Галь, я понимаю, что ты спешишь, но... Это очень важно для нас обеих. Я прошу тебя остаться и поговорить со мной, как раньше. Ладно. Я что, тень ухать дакла, да? Ты держись, парень. Я сейчас. Слушай.
Я же тебе говорил, не переусердствуй. Где? На. Идти-то можешь, а? Давай. Вставай. Мы сейчас пойдем к врачу. Он твои боевые раны обработает. Только самое главное, ты ему скажи, что тебя тень ударила, а не я. Понял? Пойдем. Держись, брат. Осторожненько. Осторожненько, держись, брат. Давай. Заходи, доченька, заходи. Что не так? Да ты, мам, 30 лет меня дочкой не называла. В письмах я была только Надя. Ну что ты в самом деле? Я всегда любила тебя. И люблю. Девочка, ты моя родная. Ну чего у вас тут? Кипяточку-то можно раздобыть? Ну, конечно. Что ты спрашиваешь? Ты же дома. Да это не мой дом, мам. Зачем ты так говоришь? Тебе все рады здесь. Или что-то не так? Все не так. Не обижайся. Не твоя это вина. Это моя беда. Отучилась я жить хорошо и привыкать уже не хочу. Ну, там видно будет. Только вот не надо Олю расстраивать. Она вон как переживает. Ведь это непросто. Через 30 с лишним лет узнать, что у тебя мама есть. Хотя до этого считалась сиротой. Оле помочь надо, а не убегать от нее. Ничего у нас с Олей не получится. Не понять ей меня. София бы поняла, а Оля нет. София сегодня есть, а завтра ушла. Это вряд ли, мам. Девочка эта здесь надолго задержится. Ты кипяточку хотела? Чаю попить? Да нет. Кипяток нужен Софии травы заварить. Далась тебе это, София. Галочка, я понимаю, что ты очень сердишься на нас, но все же мы же одна семья. Я хотела тебе сказать, что папа перед смертью открыл мне тайну, которую он скрывал с самого моего рождения. Папа, на удивление, очень много успел сделать перед смертью. И даже в завещании обойти меня и моего сына. Прекрати, я не хочу с тобой ссориться, тем более то, что я хочу тебе сказать, касается нас обеих. Ну что, говори, не тяни резину. К нам мама приехала. Господи, я представляю твою реакцию, ты же ничего не знаешь. Оль, какая мама? Я тебе сейчас все расскажу. Форма плодного яйца округлая. А еще мы немного подросли. Угрозы выкидыша нет. Все хорошо, София.
Крохотный человечек вчера, наверное, тоже напугался. Да, Олина мама вас очень напугала. Ну, она же не специально легла нам под ноги. Она даже не знала о моем существовании. Откуда же она могла узнать, что вы носите нашего ребенка? Оля ничего не говорила. Надежда очень наблюдательна. Она все поняла сама. Сегодня утром она приходила ко мне, мы поговорили. Надя сказала правду, почему она против суррогатного материнства. Да это и не удивительно. Вы же знаете ее историю. Знаю. Еще я знаю, как в тюрьмах ломается психика. Я как врач вижу, что Надежда неадекватна, и чего от нее ждать неизвестно. Она просто несчастная женщина с поломанной жизнью. А всему виной роковая случайность. Вот как бы она случайно чего-нибудь еще не сотворила. Да. Анна Демьяновна, разрешите обратиться? Заходи. Понимаете, этот придурок Зимовец сам себе травму нанес. И теперь непонятно, как это нам всем аукнется. А что с ним? Да он себе нос расквасил, когда это с тенью бился. С кем? С тенью. Вы понимаете, он себе такую забаву придумал, с тенью биться. И пока бился, об лавочку шандарахнулся. Ну, или она его шандарахнула. Кто, тень или лавочка? Не могу знать. Дурдом. А, то есть, нет, все в порядке. Что вы? Врач сказал, что он, конечно, серьезно, но не сильно ударился. Сказал, заживет. Ну, а сейчас-то ты чего трясешься? Как, что? А если этот псих на меня покатит? Скажет, что, дескать, это я его бил. Ну, вот ты же не бил. Я? Нет. То есть, да что вы? Я вообще никогда, вы же меня знаете. Ну, что тогда... Я его еще, да, что... Тогда напиши рапорт, остальное все утрясем. А, точно, да. Есть. Разрешите идти? Иди. Спасибо. Ну вот, после всего этого моя мама, она хотела вернуться сюда, но папа, он ей запретил, хотел, чтобы это все осталось в тайне. Значит, мою маму просто убили? Зарезали ножом? Нет. Нет, это была трагическая случайность. Надя, она хорошая, она ни в чем не виновата. И, будучи ни в чем не виновата, она ни за что отсидела 15 лет. Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Ни за что? Да эта тварь убила мою мать и меня сделала сиротой. Ты понимаешь? Галочка, я прошу тебя, успокойся. Правда, Надя, она очень хорошая, и она ни в чем не виновата, честно. Даже папа, он говорит, что это была роковая случайность, просто в суде не смогли ничего доказать. Моя мама, она была самая лучшая мама в мире. Вот это ты не знаешь. И тебе к тому же на это наплевать. Мне не наплевать, правда. Я же тоже считала Анну своей мамой, пока не узнала, что у меня есть другая мама. И... Оставь меня. Господи, ты чего тут устроила? Чего-чего? Для Софии отвар варю. Она ж упала вчера. Ей теперь после этого падения регулярно придется этот отвар принимать, чтобы ребенка не выкинула. У нее уж сейчас самый опасный срок. Надя, в доме и без тебя полно врачей. Я боюсь, Сергею не понравится твоя самодеятельность.
Не лезла бы ты в это дело. Мам, ты забыла, что ли? У меня у самой медицинское образование. А последние 15 лет я людей все травами да отварами лечила. Так что, знаешь, сама на собственном опыте убедилась, какая медицина лучше, традиционная или народная. Я, знаешь ли, столько родов приняла. Больнички-то у нас не было. Ох, гинеколог редко приезжал, так что все ко мне шли. И всех я вот этими вот отварами и выхаживала. И беременные шли, и кто с радикулитом, и с головами пробитыми тоже ко мне. Господи, сколько ж тебе испытать пришлось. Галочка, Галочка, я люблю тебя, слышишь? Ты всегда будешь моей самой любимой сестренкой. Но мы же с тобой не виноваты в том, что тогда произошло, слышишь? Я не хочу тебя потерять. Я не представляю своей жизни без тебя, Галь. Папа, как он мог столько лет это все скрывать? Я думаю, что он просто боялся нас потерять. Мы с тобой должны быть вместе, слышишь? Я тоже плакала. Галочка, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Я понимаю, но мы не должны потерять друг друга. Мы должны смириться. Мы должны смириться с тем, что мы узнали. Да-да. Здрасте. Заходите, спасибо, что пришли. Ну как же не прийти, если с моей помощью посадили поджигателя? Я как законопослушный гражданин и дальше готов оказывать следствию любую посильную помощь. Я рада, что вы такой сознательный. А я рад, что теперь могу больше не бояться за свою семью. И вас я поздравляю. Все-таки наша полиция хорошо работает. Даже очень хорошо. И поэтому у меня появились кое-какие вопросы по видеозаписи. Здесь не все гладко. Пожалуйста, впредь будьте поосторожнее. Не падайте больше. Постараюсь. Ну, вы не волнуйтесь за меня так сильно. Все же хорошо? Все хорошо. А я сейчас поеду к Тарасику, постараюсь забрать его из больницы. Я буду вас ждать дома. Обоих. Хорошо. Сергей Борисович, эта дама из горсовета хочет видеть лично вас. Добрый день. Что вас ко мне привело? Ну, как вам сказать? Поздравляю вас с изменениями в личной жизни. Спасибо. Почему я раньше не знал? Ну, так вы слишком редко бываете у нас в горсовете. Я же не вправе вас на ковер вызывать. Вы же частная клиника. Ну, это да, это так. Вот пришлось к вам ехать самой. Так вы по делу или... Или. Я к вам, доктор, но по личному вопросу. Тогда пройдемте в кабинет, там будет удобнее разговаривать. Спасибо. Сейчас, Гал, я тебе сделаю теплого чая, и тебе станет легче. Ух. Это же кружка, которую я тебе подарила на рождение Мишки. Целая. А хочешь, я тебе в нее налью, а? Мне все равно. Я не понимаю, как отцу столько времени удалось скрывать от нас это. И
Никто не заподозрил обмана. Ты знаешь, это легко объяснить. Папа очень нас любил и дорожил нами. Ты ни в чем не виновата в том, что случилось. Правда? Ты правда не считаешь меня виноватой? Правда. Во всем виноват отец. И даже не ты, и не твоя мать. Но ведь ты же не будешь злиться на Надю, на мою маму. Правда? Галка. Ты у меня ангел. Так откуда все-таки была сделана запись? Из окна вашего дома? Ну да, конечно. Вот смотрите. Здесь две фотографии. Одна была сделана мною из окна вашего дома. Другая рядом с тем местом, где, предположительно, были запущены ракеты в окна дома Софии. Сравните с записью и найдите несовпадение. Да и я, понимаете. Да и я испугался за свою семью. Возможно, я был в шоке. Выбежал, наверное, из дома, побежал к горящему дому, наверное, там где-то и снял. Я не помню. Так, подождите. На прошлой нашей с вами встрече вы сказали, что прекрасно помните все до мельчайших подробностей, так? Так. И вообще, как это, вы были в шоке, а рука у вас не дрогнула? И вообще, как можно в шоке включить камеру? Может, как-то я ее неосознанно нажал. Я вас больше не задерживаю. Подпишите и можете быть свободны. Что это? Это подписка о невыезде. Вы свободны, Фомин. Спасибо тебе, что ты согласилась со мной поговорить. Теперь между нами все прояснилось. Да, это лучше, когда нет тайны скелета в шкафу. Господи, я так боялась этого разговора. Но в глубине души я верила, что ты все-таки поймешь и простишь. Главное, что в этой истории нет виноватых. Есть только жертвы. И эти жертвы – это мы все. Ты права, мы жертвы. В любом случае, спасибо тебе, что отважилась сказать мне правду. Все, что было, то в прошлом. Мы действительно не должны с тобой ссориться. Я так страдаю, когда мы с тобой ссоримся. Как видите, Сергей Борисович, все мои анализы в полном порядке. Я просто так, на всякий случай, решила еще и вам показаться. Просто так? Ну да. Я же вам доверяю. А я боюсь, что просто так не получится. Вот мне в ваших анализах не все нравится. Вопросы по УЗИ есть.
Слишком много околоплодных вод, а это может быть вызвано инфекциями. И что? Я предлагаю вам лечь на сохранение. Есть опасность выкидыша. На сохранение? Что, в больницу? Да. Да вы что? Срок уже большой, а факторы риска налицо. Да нет, ну это невозможно. Вон в городских больницах сколько всяких нарушений, а меня на работе некому заменить. Работа, да. Я понимаю, что работа у вас важная, но это нескончаемый процесс. А первая беременность в вашем возрасте – это непросто. Работа никуда не убежит. Сейчас самое главное – родить здорового ребенка. Ну, я не знаю, ну дайте мне какие-то рекомендации. Я все буду исполнять, ну, честное слово. Я не могу вас насильно заставлять. Но если вы сегодня же не ляжете в стационар, то я снимаю с себя всякую ответственность за исход вашей беременности. Ну, ладно. Ладно, только из-за любви к вам. Я надеюсь, что из-за вашей личной любви ко мне вы родите прекрасного, здорового ребенка. Доктор, я уже хорошо себя чувствую. Выпишите меня. Пожалуйста. Пожалуйста, доктор. Я, конечно, бы подержал Тараса еще пару дней. Ну, коль вы так просите, ладно. Если завтра все будет так же хорошо, я его выпишу. Не сейчас. Завтра. Да, завтра осталось совсем немного, сыночек. Честно говоря, я не понимаю, что произошло. Во время пожара Тарасик совсем не кашлял, а потом вдруг этот приступ. Знаете, мне кажется, что приступ спровоцировали влажные от тушения пожара хлопья гари. Но Тарас не был после пожара в доме. Или я чего-то не знаю? Я тебя обманул. Мы с Пашкой бегали в дом после пожара искать улики. Но я надел специальную маску. Вот видите, значит, моя версия оказалась правильной. Тогда беспокоиться больше не о чем. Легкие у мальчика чистые. Мама где? Гулять ушла с собакой. А чем пахнет таким? А, это Надя собаке еду готовила. Ясно. Слушай, я так ушла и не спросила, а как мама вообще устроилась? А, нормально она устроилась. Ты не переживай. Надя привыкла довольствоваться самым необходимым. Так что не стоит на нее наваливать всего нового сразу много. Дайте ей привыкнуть. Пусть она почувствует свободу и пусть живет, как ей удобно. Ну, конечно, пусть живет. Я очень хочу помочь ей. Просто пока, наверное, не знаю как. Да, пусть Надя сначала сама привыкнет к цивилизованной жизни, перестанет стесняться всех. Тогда и мы поймем, что ей нужно и как это лучше сделать. Угу. Так, ну с Надей-то все ясно, она гуляет, понятно. А ты где была все это время? Я к Гале ездила. Я ей всю правду рассказала. Что? Что происходит? В прихожей битые стекла. Что, опять с Мишей что-то? Галь. Ты когда звонила мне, у тебя был такой жуткий голос. Что ты говорила о войне с Теркуловым?
Я готова к войне. Ты рассказала Гале, что у вас разные матери? И что твоя мать сидела в тюрьме за убийство ее матери? Ну, а почему Галя не имеет права знать правду? Хватит того, что папа скрывал ее всю жизнь от нас. И вообще, Шур, я уверена, что каждый человек должен знать правду о себе и о своих близких. И что, Галя? Что она сказала, когда все это узнала? Ну, конечно, она расстроилась вначале, плакала, а потом... Ну, Шур, я же тоже вначале очень сильно переживала, когда мне папа все рассказал. Что ты сравниваешь? Галя другая. Она не умеет прощать. А вот и нет. Галя, она все поняла. И она... Шура, она любит меня точно так же, как и я ее. И мы с ней в конце разговора помирились. Не верю я ни в ваш мир, ни в ее любовь к тебе. Не верю. Зря ты ей рассказала. Господи, как зря ты ей рассказала. Нас теперь ожидают новые несчастья. Да не выдумывай ты. Наоборот, между нами исчезнут все недомолвки и недоразумения.